в мире, который вам трудно понять. Все началось, когда американская военная лаборатория обнаружила вирус, существовавший уже много веков. Ученые пытались модифицировать вирус, чтобы создать неуязвимых воинов, но в результате возникла неизлечимая форма болезни. Этот штамм вируса получил название «пожиратель крови». И когда болезнь вырвалась в мир, все изменилось. Многие века люди боялись терроризма, а теперь страх принял облик болезни. Органы здравоохранения попытались защитить население. Сначала заболевших обязали носить опознавательные повязки, а потом заключили в особые лагеря и закрытые больницы. В конце концов, жертвы вируса превратились в изгоев. Мои беды начались, когда я узнала, что беременна. В тот день я потеряла мужа, будущее, привычную жизнь. Я заразилась, и мой ребенок умер. Собрав оставшихся на свободе изгоев, я создала сопротивление. Ушла в подполье и вступила в борьбу. Так начались войны крови. Военизированные органы здравоохранения, которые управляют напуганным миром, возглавляет вице-кардинал Фердинанд Дексус. Эй! Прекрати. Иди сюда. Не заставляй меня повторять. Сядь. Не воображай себе всякую чушь. Для меня это важно. Ну чего тебе, мальчик? Разве не ясно, мы подвергаемся опасности? Ты хоть что-нибудь вообще понимаешь? Шестой. Советую тебе надеть маску. Прощай, Валя.